Глава города Владислав Пинаев встретился с начинающим художником Ильей Вьюговым. Темой обсуждения стали проекты юноши по благоустройству города и перспективы их реализации. Пришел с инициативными проектами, с инициативными идеями, чтобы продвигать и вообще, чтобы город процветал. На встрече Илья Вьюгов представил Владиславу Пинаеву свое портфолио. Юноша предложил мэру сделать ярче фасады жилых домов и образовательных учреждений. Убрать серость из города художник предложил с помощью световых решений. Илья представил проект подсветки зданий при помощи проекторов. Я с удовольствием эту инициативу поддерживаю. Откровенно говоря, сегодняшний разговор, мне, честно говоря, очень понравился. Вот есть перспективные планы, есть идеи. Да, для этого надо будет, конечно, немножко поднапрячься всем. Но я думаю, что у нас есть все возможности реализовать те проекты, которые мы сегодня проговорили. Я думаю, что в ближайшее время мы реализуем один проект и украсим все-таки наш завод-музей. Вот, если все-таки с проекторами все у нас получится, а у нас других вариантов нет, то город приобретет действительно красивый арт-объект. Он и так есть, но с точки зрения светового решения, вот это будет совсем немножко другое дело. Хорошо, действительно, очень информативно, такая знаковая встреча, я думаю. Вообще переломный момент в культуре города, как я считаю. Другого не могло быть, на самом деле. Намерение есть твердо преображать город. Так что, я думаю, будем продолжать. Приступить к реализации задуманного художник намерен в ближайшее время. Остается решить вопрос с финансированием и подготовить проект. Полина Зорина, Вадим Усков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ.